Всем доброе утро! Вчера вы меня натолкнули на идею показать свои украшения. Ну, в общем-то, бижутерию покажу, броши. Просили броши, но у меня их не так много. И когда я начала разыскивать все броши, части броши я почему-то не нашла. Я не знаю, где моя позолоченная лягушечка с зелененькими глазиками. И я не нашла у меня комплект шапка и горловина. И там были приколотые, вышитые броши. Ну, часть из них есть, но просто у меня был комплект. Поэтому не нашла. Ну, это мелочи. Что нашла, то и покажу. Ну, броши не так много, поэтому покажу все украшения, которые у меня есть. Под рукой у меня сразу лежат вот такие браслеты на металлической основе. Сделанные из кожи, из металлизированной. Это делала мне дочь. Это у меня такой был образ. Я ездила на одну передачу. И был такой образ загадочный. Что еще у меня есть? Что еще у меня есть? Опять не вижу одной броши. Они у меня имеют обыкновение прятаться. Сейчас я ее найду, потому что она нужна мне. Думала, не найду. Думала, улетела и обещала вернуться. Нашла. Ну, это что-то сегодня. Все нашла. Есть у меня вот такая брошь. Она годится. Они годятся и на сумки, и на какие-то платья такие, на шляпы, если есть шляпа. Можно. И вот такой метелик. Делался комплект. Буду ближе показывать, а то я такая быстрая. Делался комплект в разных оттенках, и бисер, и сами основы. Здесь подклеено, все как положено. Мы когда-то занимались брошами, раньше даже прошивали здесь. Но это я так себе по-быстрому делала. Идея была такая, что можно на сумку, на шапку, и вот где-то на шапке и на хомуте затерялся еще один цветок, и две или три такие броши. Улетели, обещали вернуться. И я когда подумала, улетела, обещала вернуться, я знаете, что вспомнила? У меня сыну, когда было... О, помощница же моя пришла. Моя же помощница пришла, нужно поздороваться. Видите, мы сегодня филин. Мы сегодня филин. У нас сегодня два хвостика, как у филина. Как у филина ушки. Когда сын был маленький, мы летели в Белоруссию, собирались лететь. 4 года ему было. Ну, мама моя, возьми и скажи, ты знаешь, что там будут уши закладывать в самолете? Будут закладывать уши, то ты не пугайся. Ну, и он там что-то стал расспрашивать, она говорит, а ты возьмешь наушники. А у нас были такие огромные наушники. А мы везли тоже и подарки, и ему 4 года, около 4 лет, переодеться. Ну, в общем, массу всего, и мы ехали, летели недели на две, то есть, понимаете, и одежду нужно было взять, и все на свете. И тут еще, понимаете, бабушка с наушниками, а ему игрушки. В общем, мы кое-как. Я говорю, мама, кто тебя? Она... Ой, ну ничего страшного, вы хотите, чтобы ребенок плакал? А он начал все время плакать и говорит, вот, у меня будут закладывать уши. Я говорю, мама, ты понимаешь, что мы будем делать там? Где мы будем эти наушники искать? Где мы будем доставать, ему одевать? Это в самолете будет. Что вы думаете? Ну, мы там кое-как его отвлекли. Забыл он про свои эти наушники. Летим мы в самолете. Самолет этот типа кукурузника какой-то, я не знаю. Я не помню, как он назывался. Маленький такой. Я лечу первый раз. Страх ужасный. Летят, а там, знаете как, вот один ряд по два места, а один ряд по одному месту. И вот там, где по одному месту, летели южане, везли цветы. Да, моя хорошая, да. Я разговариваю с телефоном, а не с тобой, да, и ты сердишься, я понимаю. И летели южане еще с ведрами, с цветами. Ну, это было еще, господи, 28-27 лет тому назад. Что вы думаете? И вдруг он начинает снижаться, начинает, естественно, закладывать уши. Наш Антон начинает орать. Где мои наушники? Я так и знал! Люди добрые! Люди добрые! Я так и знал! Они не возьмут мои наушники! Они меня обманут! Меня всю жизнь обманывали! А потом кричит... Люди добрые, кто-нибудь, дайте хотя бы газетку в трубочку скрутить, в уши вставить. Так что вот так вот мы летели и обещали вернуться. Я такого страха натерпелась, поэтому, когда летели обратно, меня уже везли в бессознательном состоянии уже к самолету. Я так от страха, не от этого дела, от страха.
Ладно, это все. Ой, нерукодельные истории. Есть вот такой фэншуйский у меня браслетик. Ой, простите, мне нужно будет все это подносить к камере. Все по уму. Ваджеры, все дела, камушки. Очень я люблю. Это все так дошло вот так в образ. И были такие много бирюзовых бус и серьги. Потом я все это продала. А, в общем-то, когда часть осталась, во время войны была ярмарка, и как-то мы там засобирались, я не знаю, как получилось. В общем, у меня украли огромную сумку с украшениями. Мы занимались украшениями, тоже делали мы и из бисера, и из кожи. Ой, игрушки вязаные, в общем, все. Но там именно была сумка с дорогими натуральными бусами. И кулоны, ну, броши из бисера сделаны. Я как-нибудь покажу еще обзор. Там у меня сумочка небольшая осталась. Бисера, какой у меня есть бисер. У меня подружки просят, чтобы я с ними поделилась, но меня пока жаба давит и хомяк. Не дают. Так, дальше. Это то, что сделано. А, ну там еще будет чуть-чуть, я покажу. Теперь, ребята, что у меня еще есть, посмотрите. Честно говоря, я уже позабывала, как это все называется. Напишите мне в объяснении, в комментариях, пожалуйста. Посмотрите. Я кулон не захотела. Мальчики предлагали мне кулон. Это мы на ярмарках стояли, и со мной рядом ребята стояли из Крыма. Ой, смотрите, какая красота. Подобраны изумительно. И какие заушенки красивые. Ну, вернее, как это, господи. Ой, перестала заниматься, позабывала все. Швензы. Простите, это называется швензы. Как камень называется, вылетела. Сейчас из головы не буду вспоминать. Я достаю просто как есть. Вот такой браслет у меня есть еще. Это я привезла из Кипра. Была у дочери на Кипре. И, ну, это какое-то низкопробное серебро. Там есть такие ловчонки. Там жестянщики. Они делают и продают. Там много красоты. Ну, конечно, не дешево, поэтому... Не особенно было накупиться. Есть вот такой вот браслетик. Тоже с камушками натуральными. Низкопробное серебро. Это какой-то уже Тибет. Вот такой браслет. Ну, не буду одевать. Он легко одевается. Есть вот такое колечко. Розовый кварц. Женское здоровье, женское счастье. Кто хочет женского счастья, кто хочет женского здоровья, это с магнитом. Тоже была история с этим магнитом, когда летела. Я не забыла, как он туда попал, я не знала. Спортивную сумку в карман, в нижний карман, внутренний. В общем, свистит эта штука, которая пиу-пиу проверяет. Представляете, меня чуть, блин, на самолет не опоздала. Не могут найти сами, ищут, говорят, вот там что-то, вот оно. Блин, мы это даже карман не могли найти. А потом... Причем мужчина сообразил, говорит, да это украшение какое-то. Представляете, потом такие, я говорю, ну, говорю, все, я поняла. А оно так как-то показывает на экране, ну, непонятно. Какие-то полосочки. В общем, чуть самолет не опоздала. Так, это у меня руки похудели. Посмотрите, какой у меня есть перстенек. Гляньте. Имейте в виду, это для хейтеров браслет этот. Перстень для хейтеров. Отравлю своим ядом. Набрызгаю. Так, теперь... Ой, я сейчас буду вся красивая. Гляньте, какой у меня... Камушек. Это комплект. Слушайте, я позабывала все названия. Все названия. Это рубин рождается. Здесь малахит, агаты и рубин. А как называется, забыла. Хризокола по-другому немного выглядит. А это... Слушайте, вылетело... В общем, вылетело из головы. Вот еще вот такие серьги. Очень подходят под мои вот эти панно. Так. Надо, конечно, все это в мешочках хранить. Но я сыпала все в кучу. Вот такие серьги. Серебро позолоченное есть. Но позолота уже
потемнело. Ну, есть такая специальная тряпочка, если потереть, то, конечно, хорошо видно. Но я не стараюсь их постоянно тереть. Я люблю, когда легкое чернение, и только когда одеваю, слегка-слегка я их осветляю этой тряпочкой. Салфеточка такая специальная. Есть у меня еще вот такой комплект. Сейчас. Где-то я все на месте. Это мне дочь делала. Мы такие в продажу делали. И колечко, видите? Это из кожи. Это из кожи, обшито бисером мелким. Очень мелким. Мелкий-мелкий бисер. Не помню номер. Это вот я сама собирала. Серебром тоже занималась. Это я собирала. Вот такие серьги. Ну, то есть берешь заготовки, мы заказывали, нам привозили ребятки. Ну, а собираешь сам уже в любой последовательности. У меня были бусы из натурального камня, там крошка, и бусины большие, маленькие, и вот такого разного размера шарики, мельче, больше, такие огромные. Но это все с тем чемоданом ушло. Я делала так, чтобы так, ну, иметь возможность самой одеть, постоять, покрасоваться. Есть вот такой, это подарок, это на ярмарке ребята с нами стояли, продавали с Киева, это подарок, потому как я же дракон, догадайтесь, трех раз, посмотрите, какой красивый. Его можно в виде кулона, можно подвеской куда-то вешать, вот такой, на булавку, у меня есть такая еще булавка, тоже где-то лежит с камушками, и она так цепляешь, и вот он так висит на тебе. Хотела одеть специально нейтральную маечку, я одела как-то не совсем удобную майку. Ну, простите, уже переодеваться не пойду. Ну, теперь, так как я, в общем-то, драконище, видите, какой у меня еще есть дракон. Жемчужинку я ему сама вставила, и жемчужинка не бусинка, жемчужинка без дырочки, ну, чтобы это максимально было амулетом. И он еще шевелится. Это была маленькая партия, харьковский какой-то завод, серебро делает украшения. И оно такое, посмотрите, все. Все в камушках. Видите, какой зеленоглазый дракон. Красивый. Вот такая есть брошь, это от мамы. Камушек уже я просто вставила, какой был беленький. Но он очень красиво, знаете, закалывать. У меня есть, я вязала себе такая огромная, такая балахонистая безрукавочка. Ну, даже не знаю, как это назвать. Из кедмахера, он такой оливково-болотный. И хомут. И вот когда я одеваю этот хомут, и там вот так перекрутишь, он такой огромный. И очень красиво смотрится. Это можно, ну, я так закалываю, оно, знаете, как среди пены этого кедмахера, и там не видно, оно поблескивает. Очень красиво. Есть у меня вот такой красивый кулон серебряный. Эрдгама называется. Первокрест. Такой красивый. Я его очень люблю. Есть вот такое колечко полянка. Называется. Серьги кулон мне не понравились, поэтому я не взяла. А к вот этим сережкам был кулон. Тоже как-то он не солидно смотрелся. Не взяла. Есть вот такая брошечка. Ой, ну это под винтаж. Да хотя ей лет 20, наверное. Вот такая. Ну тоже можно, знаете, так, конечно, не фонтан. Простенькая, но красиво. Знаете, когда шарфик газовый какой-то так заколоть, поблескивает красиво. Вот это, что, я не знаю, лет 30, наверное, это с моей молодости валяется. Но это тоже так вот прицепить на куртку, там на свитерок, не фонтан. Именно если шарфик, я так думаю. О, нашла колечко обручальное, серебряное. Но я его держу, это я специально купила, когда это в воду ложить. Почему-то оно тут оказалось. Это вот у меня одна серьга с перламутром, вторая потерялась. Я все думаю, может, кто-нибудь мне сделает кулон. Это не кто-нибудь, это нужно взять кусачки, обрезать вот этот хвостик, а пипочку, ну, вот эту палочку загнуть, и будет кулон. Я же делала какое-то украшение, поэтому я знаю. Вы же еще не все мои знаете, как это называется, таланты.
Этим сережечкам, это мне невестка когда-то подарила, давным-давным-давно. Я вам сейчас скажу, когда. Больше 30 лет тому назад. Это серьги моей юности. С них уже потерялись пипочки, которые сзади зажимают. Ну, они лежат, это ж не проблема их найти. Ой, простите, я тут показываю свое неглиже. Ну, я по-домашнему. Есть вот такая у меня серебряная мушка, я ее очень люблю. Очень я ее люблю. Только подождите, знаете, я чего не вижу? А, ну, конечно, не вижу. Стрекоза и муравей висят на пояске на кухне. Те, с которых началась вся идея показать броши, закончилась показом украшений всех. Ну, я не знаю, честно говоря, мне не хочется идти за ними, снимать, потом их одевать. Кому охота, ну посмотрите, пожалуйста, заново на пояске. Эти броши, вот лягушку потеряла, лягушку очень жаль. Такая шикарная лягушка, небольшая такая прям, ну шикарная маленькая лягушечка. Шикарная маленькая лягушечка, не знаю, куда она делась. Так, а обратно не влезают украшения в шкатулку. Когда я их доставала, они все помещались, а теперь они не влезают. И вот так делать никогда не нужно, потому что украшения от этого портятся. Вот моя такая шкатулочка. Ну, обычно она закрывается, теперь, видите, не влезает. Но это я разберу аккуратно, чтобы не, действительно не попортить. И я когда была на маяке, заехала к девочкам, хотела вам показать и забыла. Посмотрите. Хотела сказать, буду делать. Хочу сделать в эфире брошь. Вспомнить молодость довоенную. До войны мы делали все это. У меня начал немного палец шевелиться, который живет отдельной жизнью. И я уже решила, что уже пора ему дать пошевелиться. И хочу сделать брошь. Мне нужна брошь на подарок. Я хочу сделать. Бисера у меня тьма. Есть и позолоченный внутри, и серебро внутри. Такой из дорогих. Есть подешевле всякие там. Название, я уже их не помню, миюки, шмиюки. Ну, в общем, разные всякие конусы, биконусы. Часть я, конечно, распродала, раздарила, раздала. Ну, еще коробочка такая косметичка жесткая есть. Поэтому, ну, как-нибудь будет настроение, я покажу. Все, всех целую, обнимаю, я свое обещание выполнила. Постараюсь поставить прям буквально в течение, там, я не знаю, 3 дней это видео. Надеюсь, вам было со мной не скучно. Целую, обнимаю, люблю. Подписывайтесь, ставьте лайки, приглашайте друзей, заходите на канал. И, пожалуйста, делитесь в соцсетях. И, пожалуйста, пишите комментарии позитивные. А то я очень расстраиваюсь. Все, всем пока.